Друзья, всем привет! Поднимаемся к мосткам, которые расположены над Крымской саванной. Ну и, конечно же, полюбуемся на наших любимых гривастиков, которые обитают и в Крымской саванне, и в первом вольере. Вот, друзья, Крымская саванна, скала Славы, там вдалеке. И уже новые построены искусственные скалы, так что саванна становится все интереснее и интереснее. Ну и, соответственно, гулять по мосткам тоже становится все интереснее. Вот, друзья, первый вольер. Здесь у нас живут три богатыря. Три богатыря, которые поглядывают в сторону саванны. С некой завистью, они молодые, ребята очень сильные, и, конечно, им бы хотелось выйти на просторы Крымской саванны, показать свою молодецкую удаль, тем более в прошлом году они там были, и в позапрошлом году были, так что саванна, их, можно сказать, дом родной. Вот они, лежат наши крепыши. Это такой отряд главного прайда. Вот, побегать тоже надо, конечно же, не только лежать, форму терять нельзя. Вот, друзья, красавчики, красавчики просто. Ну и, конечно же, Крымская саванна. Вот, друзья, Томочка на своем любимом местечке, она там в тенечке любит полежать. Сейчас, конечно, солнышко такое яркое, жаркое, и львы выбирают более тенистые места в полдень, чтобы полежать и не так было жарко. Вот, друзья, благо, что тенька хватает везде, и в вольерах, и в саванне тем более, так что в этом плане никаких проблем нет. Что ж, друзья, надеюсь, эта мини-прогулка была для вас интересна. Всем мира и добра. Пока-пока.